Барнаульская компания не только леса от вырубки сохраняет, а еще и деревья высаживает. Компания «Септара» – одно из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае. В собственном пункте принимают на вторичную переработку макулатуру как у организаций, так и у физических лиц. Из бумажного сырья изготавливают решетки и контейнеры под яйцо. Вторичное использование макулатуры снижает экологическую нагрузку и защищает наши леса от вырубки. Так, с января по сентябрь этого года, благодаря деятельности компании «Септара», было спасено почти 43 тысячи деревьев. «Септара» призывает всех жителей нашего региона. А еще в компании «Септара» заведена многолетняя экотрадиция. Ежегодно в честь празднования своего дня рождения с даты основания в октябре предприятие высаживает в Барнауле такое количество деревьев, сколько лет исполняется компании. В этом году 27 саженцев лип сотрудники компании «Септара» высадили в новом сквере по адресу улица Антона Петрова, 200. Компания «Септара» является одним из самых экологичных предприятий города Барнаула, а также мы являемся надежным работодателем. То есть мы открываем новые рабочие места, открыты для кандидатов даже без опыта работы. Если у вас есть желание работать в компании с многолетней успешной практикой, приходите к нам в компанию «Септара».